Компания BGI была создана в 1999 году при Пекинском институте геномики. Согласно подписанному меморандуму, Министерство инновационного развития в партнерстве с данной компанией создали совместное предприятие Green Screen, в результате чего начала свою деятельность специальная лаборатория для проведения неонатального и генетического скрининга новорожденных, детей и их родителей на основе самых передовых технологий по диагностике. Оборудование лабораторного комплекса и обширная база позволяют в год проводить исследования свыше 1 миллиона случаев орфанных заболеваний. Я очень рада участвовать в сегодняшнем мероприятии. Наша компания специализирована на выявлении и лечении различных заболеваний у людей любого возраста путем внедрения современных технологий. Приоритеты нашей компании и Министерства инновационного развития совпадают. А потому мы здесь, чтобы укрепить сотрудничество и выстроить дальнейший план реализации намеченных целей. Исходя из этого, в этом году в целях уменьшения числа заболеваемости у детей мы совместными усилиями внедряем новейшие технологии, чтобы лечение проходило быстрее. Кстати, мы все в ожидании открытия предприятия Green Screen, которое позволит ускорить процесс совершенствования медицинских услуг. Помимо этого, здесь можно пройти самую тщательную проверку на наличие наследственных, онкологических и генетических болезней. Со стороны BGI для наших ученых были привезены два новых современных секвиаторов. Их установка будет первая в Узбекистане. Мы знаем, что сейчас проводится множество скринингов. Но если его вероятность ровно 60%, то благодаря их оборудованию вероятность результата будет 98-99%. В том числе аппарат способен выявить 45 болезней у новорожденных. Запланировано увеличение числа подобного оборудования по всей республике. Подобного рода четкие и точные диагностические данные, получаемые здесь в ходе исследований, помогут выявлять симптомы на ранних стадиях, а это, как вы понимаете, полдела в борьбе с заболеваниями.